Первое. Говорящая чихуахуа Софи. Мамочки. У них тут шторы. Это плацкарт, купа нет. Софи, что будешь спать в поезде? Ага, да. Что тут у нас? Софи будет спать на нижней полке за вот такой шторкой в поезде. А мы вот по такой лесенке с Эвеном вот сюда за вот вентилятор. Мы вот за этой, за шторкой номер 5 с Эвеном будем спать. Сейчас я его достану из сумки. Да, мам, спать уже охота. Ладно, Софи, пока. Спокойной ночи. Пока, мам, спокойной ночи. Пока, Софи. Пока-пока. Такие здесь штуки для вещей. Вот такие вот. А в поезде вентилятор. Это чтобы не упасть. Такие шторки, закрываешься и все. Эйвен, мы спать будем с тобой. Мы спать будем. Наконец-то. Вылазь. Иди-ка. Я уже устала. Иди спать будем. Надо же уже вылазить. Вылазь, вылазь, вылазь. Не проснулась. Доброе утро, Эйва. Доброе, мам. А когда мы уже приедем? Скоро уже ведь, да? Привет, дорогие друзья. Чё-то я ещё бы спала. Поспи, Софи, мы же не доехали ещё. Я вот тремлю. Мы выходим из поезда. Приехали уже в Хохи? Ух ты! Цивилизация! Ух ты, как классно, мам, может уже слазить пора? Или нет? Пока! О, мам, завтракать будем? Да? Давай, я... давай, давай, иду, я... давай, иду, молодец. Я иду. Молодец, покушай. Покушай, моя собака. Покушай. Мам, я кушаю, да я кушаю, мам. Софиша уже покушала. Попила, в туалет сходила, жарко. Ну, Иван тоже все сделал уже. Мы в школе. Да, мам, а долго мы тут будем? Ждем наши документы на визу. Ясно, просто ждем документы. Да. И тут не жарко, как в центре. Ага, даже в сумке. Ждем. Я цветочек посмотрю, ладно. Вот это была поездка у нас. Была моя мечта увидеть поезд. Вы же уже посмотрели предыдущую часть влога? Мамочка, я тебя люблю. Дети в эмигрейшене. Эй, это нормально? Да. Дети-герои, дети-герои. Да, мам, да-да-да. Герои. Да, путешествовать по маминым делам скучно. Долго нам еще тут быть? Да уж. Мы решили выйти наконец-то погулять. Буддийские домики, эмигрейшн. Эвен, скажи, а почему трава зеленая? В клетках растений содержится вещество хлорофилл. Благодаря хлорофиллу растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород, когда на их листья падают лучи солнечного света. Этот процесс называется фотосинтез, Софи. Что это такое? Ладно, пошли. Хлорофилл поглощает цвета и отражает зеленый, поэтому цвет травы получается зеленый. Эйвен, ты умник. Ну да. Давайте я вас отпущу побегать. Гуляем без поводков. Да, там ступит всяких собак. Дай нам палочку. Палочка. Ну, мам, да. Ну все, мне лень прыгать. Слишком душно. А, ты бросила ее? Неси. Молодец, молодец. Кидай еще раз, только недалеко, я прыгать не буду. Палочка. Банкомат в машине. Все, возвращаемся, Софи. Вообще-то я тоже как бы с тобой иду, Эйвен. Хорошо, что солнце нет, а асфальт не горячий. Ага, а почему Эйвен асфальт серый? Потом как-нибудь расскажу. Ватный куст. Прям вата. Что это такое, мам? Какая-то ватка. Отправляемся в дальний путь дальше. Дальше это куда, мам? Вроде бы сейчас поедем в гости. Поиграем там. Привет, Лёша. Привет, Софи, как дела? Давай играть, Ива. Во что играть? Что делать будем? Что ты хочешь предложить? Ты во что будешь играть? Ну не знаю, в интеллектуальные игры. Ну, я тоже не знаю. Значит, поиграем в другой раз, когда будем знать. Ладно. Лёш, отстань от меня. Чёрт, Софи, давай поиграем. Не хочу играть, я устала. Отстань, Лёш. Что делаешь тут? Привет, Эйвен. Привет. Привет, Аня. Привет.
Играем! Так, я занимаю эту кругляшку и никого сюда не пускаю. Мам, тебя тоже не пущу. Никого. И ты иди отсюда. Это моя кругляшка. Я тут буду сидеть. Все, это моя кругляшка. Софи проиграла. Ну и ладно, я пошла. Так неинтересно играть. Аня, а вы давно ведете свой видеоблог? Давно, Лёш. Здорово, я смотрю иногда, когда время есть. Теперь я занял кругляшку. Играем. Мне лень играть. И мне. Жарко везде. Вот бы ванночку мою сюда. Жалко, что нет тут моей ванночки. София, давай найдем тебе ванночку. Где мы ее тут найдем? Так, я ведущая, я снова на кругляше. Мам, снимаешь? Снимаю, София. Кто смелый? Кто завоюет мою кругляшку? Лёша, ты уже выигрывал. Давай еще кто-нибудь. Кто хочет? Давайте. Давайте, ну. Че, никто не хочет? Все, София, я опять завоевал кругляш. Ну ладно, ты выиграл снова. Я пошла искать ванну. Софи, смотри, вон там зеленая. Мам, кругляшку заняли. Возьми меня на ручки. Софи, иди отдохни еще, погуляй. Я не хочу больше гулять. Ну ладно. О, кругляшка опять свободна. Привет, Такс. Здравствуй, Игорь. Как дела? Отлично, у тебя? Ну, у меня все хорошо. Сколько гостей тут у нас? Как ты себя чувствуешь у нас в гостях? Нормально, а что? Так, просто спрашиваю. А ты не гостеприимный. Я хочу уже, очень даже. Ага, ладно, я пошел. Софи, уместилась, да? Ну да, уместилась. Дальше. Что такое, мам? Да? А, законсервировалась. Вообще утрамбовалась. Я не поняла, что такое? Все смеются, потому что ты смешно выглядишь. Почему? Ну, вообще-то это не вода для питья. Правда? Мам, что такое? Что вы меня фотографируете? Да что такое? Софи. Я лично не поняла. Софи. Я нашла себе ванночку, сижу себе, никого не трогаю, а вы все смеетесь. Да, влезла в ванночку. А что? А двинуться никак, Софи, да все. Теперь не двинешься. Очень даже. И нечего надо мной смеяться. Ну и что? Все, я на вас обиделась. В общем, с вами была первая собака-видеоблогер Чихуахуа Софи, моя дог-мама Аня и мой брат Эйвон. Мы отправляемся дальше, а вы смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на наш инстаграм и наши группы ВКонтакте. Ссылки все в описании к видео, и будет вам счастье. До встречи в эфире, пока-пока!